Hi. Вот мой трек я играю, DJ Колдун и Evil Cats. Кстати, вот зашел, думал, наконец-то диск у меня хотят купить, думаю, этот, бля, вот Judas Priest. Захожу, короче, такое. А, да, не представился. Макс Вехов, желаю тебе успехов. Подписывайся на мой канал. Вот я продаю на Лыксе, очень успешно продаю на Лыксе. И вот, ну, вот продаю Judas Priest, Painkiller. Ну, и думаю, о, наконец-то письмо. Бац, такое. Пишут мне тут. Вот, смотрите, будьте осторожны, не переходите по внешним ссылкам. Команда LX никогда не отправляет личных сообщений пользователям в чате. Вот, тут какой-то дебил, блин, вечно пишет. Ну, я никогда не перехожу. Ну, вот, я сотрудничаю с командой LX тесно. Вот, как бы так. Я добросовестный продавец. Вот, имя, приносим извинения за технические сбои, работа сервиса полностью восстановлена. Напоминаем, что закрепленная за вами сумма денег будет распределена между остальными участниками, если вы не заберете ее по адресу в течение суток. Зарегистрироваться можно, ля-ля-ля, защита, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, я заблокировал сразу, я всегда блокирую такие сообщения, так что вы лохи, блин, можете мне не писать. У меня нету жадности, там, алчности. Я это в себе давно уже убил, блядь. Вот. И воскрешаться эта хуйня не будет. Вот что я делаю с такими сообщениями, смотри. Переместить в архив. Хуяк. Вот. Все. До свидос называется. А, вот, кстати, и на Айс тоже писал. То же самое, вот на Айс писали. Мы благодарим вас, ля-ля-ля, бонус. Вот, тут везде предупреждения есть. Так что и дебилы какие-то не понимают, что люди не дураки, блин. Так, все это поудалял нахер. Вот, все я поудалял, мне не нужны эти сообщения. Так, что тут у меня? А, ну эти нужны, пускай будут. Эти нужны сообщения еще. Вот, ну я активно участвую в LX с доставкой сотрудничаю. Вот. Вот, смотри. Начал я это 25 декабря, к сожалению, надо было раньше начать. Ну, ладно. Вот, все завершено успешно. Завершено успешно. Нареканий нет. Вот. И суммы. 30, 50, 90, 90, 110, 70, 60, 60, 180. Вот. Последняя сделка 10 мая в этом году. Вот. Ну, вот так что покупайте, заказывайте. Сделаем все. Продаю я книги, аудиодиски, вот батарея, что там еще, что там еще продаю, уже забыл, что там, по-моему, книги и диски, и все, а, эти, нумизмат, банкноты, вот противогаз есть, полный комплект, что-то у меня еще есть, статуэтка, башмачок есть, ретро-машина коллекционная есть, значки с Лениным есть, что там, монетка 1 копейка 53 года, ракетка для игры пинг-понг, вот, пробковое дерево, единственное, можно сказать, в мире, будьте эксклюзивным, покупай себе, 950 гривен, все, пока. Будет цена повышаться, а уменьшаться не будет, блять. Я лучше ее себе ставлю. Вот, так что продаем. Так что непонятно, на что эти лохи рассчитывают, что люди такие тупые, блять, и будут переходить по этим ссылкам. Ничего, отмороженные чешо, блять. А? Вот, я не лох, так что, ребята, я у меня с другом был свой сайт. Доска объявлений, так что я был
администратором и отвечал за чистку спама и хлама всякого, убирал, проверял номера телефонов, адреса и на ликвидность фирмы всякие, и атаки были на сайт, и все такое. У меня, кстати, есть на моем канале плейлист «Мои мемуары», «Мои рассказы». Вот, и я там сейчас первую аудиокнигу свою зачитываю сам. Называется она «Беседы современной молодежи» или «Проверено на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску». Объявление на просторах интернета. Вот, я же там каждый день, ну, каждую субботу публикую по одному рассказу. Этот месяц я болел сильно, вот еще кашляю еще, поэтому пока что я отдыхаю. Вот, я же не буду кашлять все, это ж, и мне головняк вот это вырезать, кашлять, там через каждое слово каша не годится. Поэтому, ребята, нехуй мне писать, идите нахуй, блядь. Вот. И люди тоже не дураки. Хоть бы попробовали, как это сами себе написали бы и посмотрели бы, что там будут переходить или не будут переходить. Дебилы, короче, какие-то. Вот. Делать нехуй. Лучше чем другим займитесь, блядь, дебилы, сука. Вот. Так что мне писать не стоит. И звонить не стоит на эту тему, все равно ничего не получится. Идите нахуй. Вот, так что я специалист по IT-безопасности, физической безопасности. На моем канале есть даже несколько лекций на эту тему. Так что, ребята, еще раз повторюсь, все мошенники, идите мимо. Вот. Нечего вам тут делать. Так, у меня 51 активное объявление. Все, пока-пока. Желаю успехов, Макс Вехов. Подписывайся на мой канал. Покупай на Lix. Lix. Вот, реклама. Lix доставка.